нужно за ним проследить. Да. Наступил день перед праздником Пасхи. Иисус знал, что пришел его час покинуть этот мир и перейти к Отцу. Он всегда любил ближних своих в мире и еще сильнее возлюбил их. Иисус и ученики его сидели за вечерей. Дьявол уже вложил в сердце Иуды, сына Симона Искариота, мысль предать Иисуса. Благодарю вас, учитель. Бери. Иисус знал, что Отец отдал все в руки его. Знал, что он пришел от Бога и отходит к Богу. Куда? Что он хочет? Он встал от стола, снял с себя верхнюю одежду и перепоясался полотенцем. Потом он влил воды в умывальницу и начал омывать ученикам ноги и вытирать их полотенцем, которым был перепоясан. Он подошел к Симону Петру. Тебе ли омывать мои ноги, Господи? Сегодня ты не понимаешь, что я делаю, но позже станет ясно. Разве ты ноги мои можешь омывать? Если не омою твоих ног, не имеешь части со мною. Господи, тогда прошу, омой мои ноги и руки тоже, и голову. Тот, кто уже принял омовение, чист. Ему больше не нужно мыться, лишь омыть ноги. Тут все чисты. Все, кроме одного. Иисус уже знал, кто предаст его. Поэтому он сказал: «Чисты все, кроме одного». Омыв ученикам ноги, Иисус снова надел верхнюю одежду и вернулся на свое место за столом. Знаете ли вы, что я сейчас сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом. И это правильно, потому что так оно и есть. Раз я, ваш Господь и Учитель, омыл вам ноги, то и вы должны друг другу омывать ноги. Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что сделал я. Истинно вам говорю, раб не больше своего господина и посланник не больше пославшего его. Теперь вы знаете эту истину и счастливы будете, исполняя ее.